Ну, Господи, благослови. Мы отправляемся в рулетку. Слава Тебе, Христе Божий наш. Хвала Тебе, наш Господь и Бог, Иисус Христос. Сколь велика милость Твоя, долготерпение к этому роду, погибающему в этой пропасти греха, во тьме и заблуждениях, в разврате, табакокурении, сквернословии. Коснись эти души благодатью Твоею. Найди их, Господи. Простри к ним пронзенные длани Твои из Голгофского креста, длани, готовые обнять весь мир, чтобы люди покаялись. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что делал в теле, живя, доброе или худое. Грешник ожидает гиенское мучение и черни умирающей, и это на целую вечность. Сжалься над народом, Господи, дай еще время мирное, чтобы многие пришли к покаянию. Ибо грядет великое и страшное испытание на всю вселенную, и с чем мы предстанем пред Тобою. Аллилуйя! Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, не отними от меня Духа Твоего Святого, и научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня, Боже, от всех беззаконий Твоих, очисти, омой, убели и благослови. Милосердный Создатель, пошли благовестников христианам, язычникам, мусульманам, иудеям, буддистам. Все нуждаются в просвещении ума, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Твоего, от Святого Евангелия, от Святой Библии. Ибо нет другого источника знаний, который отражает всю истину и заботу Твою о людях. Ты сотворил этот мир, землю, солнце, луну и звезды, и все творения на земле бесчисленные в своей красоте, на пользу человеку, и человека поставил главой над всем творением, и дал ему совесть и разум, чтобы он, познавая истину, прославлял тебя, ибо ты достоин хвалы. И в этой жизни мы, как в гостях, пришли на один день, а ожидает нас целая вечность. И с чем мы предстанем? О, Иисус, слава Тебе! Господи Боже, великий и дивный, Ты сказал, гнали меня, будут гнать и вас, слушали меня, будут слушать и вас. Я сделаю вас словцами человеков. Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе, дивный, единый, вечный Господь! Аллилуйя! Боже, милостью будь мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя! Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание свое. И Ты послал в этот мир Сына Твоего Единородного, Иисуса Христа, чтобы Он принял плоть через приз на Деву Марию и взял грехи мира на Себя и умер за всех, и имеющий власть сокрушить дьявола и даровать прощение грехов. Аллилуйя! Слава Тебе, наш Господь! Хвала Тебе, наш единый Творец! И кроме Тебя иного мы не знаем, и нет Тебе равных. И славы своей Ты никому не дашь. Слава Тебе! Аллилуйя! Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою! Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Аллилуйя! Ты сам сказал, что есть истинная Ты виноградная лоза, а Отец Твой виноградарь, а мы все на этой лозе ветви, дабы приносили добрые плоды. Мы просим Тебя, Господи, благослови нас и не отвергни. Благослови и сохрани, и укрепи на всякое дело.
Господи, из этой пропасти ада, людей, уничтожающих себя развратом, табакокурением, наркотиками, избавь. Не дай им погибнуть. И в этот день, Господи, коснись их. И пошли проповедников Твоих к иудеям, христианам, мусульманам, буддистам, чтобы все познали Тебя. Великая тьма народа погибает здесь. Найди работников Твоих и пошли сюда. Из этой бездны и темного погибельного рва извлеки новые души. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, наш Спаситель! Аллилуйя! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам, Христос! С Богом!